Добрый день. Я Куликов Иван Григорьевич, победитель конкурса Rally Trade 272 тур. Мои ответы на вопросы компании Grand Capital. Как давно вы торгуете на финансовых рынках? На Форексе работаю уже больше десятка лет. Первый опыт – это параллельные конкурсы, еще что с клубом, что где, когда. Какие у вас любимые инструменты? Но практически без перемен использую английский фунт стерлинг из-за достаточно высокой волатильности и, на мой взгляд, соответствию прогнозам в большинстве случаев. Основной стратегией предпочитаю скальпинг и работу по новостям. Индикаторы использую нечасто, только на этапе осмысления новостей. Если сигналы от индикаторов и новостей совпадают, тогда использую. Больше все-таки доверяю новостям. А если какие-то индикаторы использую, то чаще других аллигатор, а также группа трейдеров, трендовых в МТ4. Следующие вопросы. Значит, расскажите о себе, сколько вам лет? Мне 54 года, работаю учителем программирования. Кроме трейдинга, с удовольствием уделяю внимание программированию и спорту. Трейдинг изучал самостоятельно по аналитическим материалам, анализировал чужие стратегии, уже описанные, сопоставлял данные стратегии и наблюдения за своими графиками. В лучшую или в худшую сторону, с переменным успехом, но тем не менее это оказалось более или менее эффективно. Как со временем изменилось ваше отношение к трейдингу? Но с тех пор пытаюсь больше контролировать эмоции, ибо часто оказывалось, что первоначальный, а позднее измененный план реализуется все-таки с отсрочкой во времени. Цели перед собой какие ставите и каких успехов хотите? Мечтаю выйти на такие объемы, чтобы обеспечивать финансовую независимость. Самой удачной и запомнившейся сделкой считаю по продаже того же фунта стерлинга в феврале-марте текущего года с профитом 1500 пунктов. Как справляетесь с волнениями при торговле? Что помогает контролировать эмоции? Эмоции контролирую воспоминаниями неудачных сделок, которые скорректировал под влиянием новостей или сигналов от индикаторов. При выборе брокера чаще обращаю внимание на неназойливость рекламы и работу менеджеров. Свою роль играет и репутация брокера, который изучаю по своим источникам. Grand Capital приметил еще в самом начале своей карьеры и с тех пор работаю в этих конкурсах. Потому что в этой компании, на мой взгляд, наиболее понятные правила и их исполнение в короткие сроки. Не приходится напоминать менеджерам те или иные вопросы. Расскажите, как проходил этот конкурс, какой стратегией пользовались. В победном конкурсе проанализировал поведение фунта на протяжении предыдущих дней недели и правильно спрогнозировал поведение вот в течение коротких промежутков за сутки. Хотя в конкурсе, как и в любом случае, присутствует доля риска. Но ей удалось справиться с эмоциями, не позволив себе развернуть сделку при существенной просадке. Несколько советов новичкам. Ну, каждый был когда-то новичком. Следует тщательно анализировать подход ко входу в рынок. Значит, научиться замечать моменты входа и выхода. Опыт и стратегию, считаю, следует развивать только в реальной торговле, ибо психология поведения при работе на демо и в реале, даже на конкурсном счете, абсолютно разные. Ну и, разумеется, теория, теория, еще раз теория, которую никто не отменял. Удачи молодым трейдерам!